На основании распоряжения Министерства внутренних дел по Республике Дагестан в Хасавюрте сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения провели профилактическое мероприятие с целью освобождения автодороги и центральных магистралей от большегрузных бесхозных автомобилей для наведения общественного порядка и безопасности в городе. Перед самым началом сотрудниками был проведен инструктаж, где были поставлены и разъяснены задачи. Мы должны, вот наши задачи, цели и задачи, брошенный транспорт, бесхозные, они должны быть свободны. А вот это в городе идеальный порядок. Вы поняли? Порядок должен быть. После полученного инструктажа сотрудники провели профилактическое мероприятие на участках улиц Датуева, Грозненская, Тутурбиева и ряд других. По словам начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Хасавюрт Будайхана Будайханова, участились факты нарушений правил дорожного движения со стороны водителей большегрузного автотранспорта. Из-за нарушений правил остановки, стоянки и парковки создаются пробки. Город очищаем от транспорта, который брошенного транспорта. Очищаем. Боремся за чистый город. Такие мероприятия мы проводим, будем проводить, в дальнейшем тоже ежедневно будем проводить. А мы этот город очистим. Кроме того, сотрудниками было отмечено, что большегрузный автотранспорт может быть использован преступными элементами для совершения террористических актов в целях дестабилизации в регионе, в связи с чем работники правоохранительных органов будут регулярно проводить профилактические мероприятия для недопущения противоправных действий и обеспечения безопасности на территории города. Вика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».